идеальное окно, можно по окну судить вот в тот момент, когда уже у вас стоит установленное дома. Вот, если, например, вы заказали окно, и весь процесс работы вам понравился от А до Я, от звонка по телефону к нам, вот, до приезда технолога, монтажников, привоза, все прошло вовремя хорошо, все вам нравится, вот, установлено прекрасно, если нет никаких запинок, значит это идеальное окно. Покупка раз на всю жизнь. И желательно, чтобы, когда вы смотрите через это стекло, его не было видно вообще, что оно стоит. Ну, есть такие стекла, ну, через которые вы, например, улицу будете видеть крыло, через пузырьки, вот, и, ну, через всякий, ну, дефект стекла. Можно ли избежать проблемы запотевания окон? Окна потеют по некоторым причинам. Если у людей в квартире влажность будет выше 45% и температура ниже 20-22 градусов, тогда есть вероятность запотеть. Если все будет выше показателей, окна не запотеют, если оно еще произведено на настоящем производстве, где будут соблюдены все дренажные отверстия, сделаны для вентиляции профиля. Там же находится внутри металл, и на нем образуется конденсат, ну, как на всем металле. Оно должно вентилироваться. Если окна произведены неправильно, будет потеть окно. Очень важно, например, с каких материалов оно состоит. Например, главное, чтобы было импортное стекло, чтобы оно было без дефекта. Фурнитура. Мы работаем на фурнитуре, она называется МАКУ. Она состоит из лучших, собрана из лучших фурнитур, которые раньше использовали когда-то вообще на рынке. Самая ходовая на сегодняшний день. Вот, пожалуйста, вот она регулируется хорошо, она беленькая, вот, с элементами прожима все полностью. Вот, вот, работает ровненько, все тонко. Вот. И мы работаем с трех профилей. Проплекс, КБИ и Саламандр. Проплекс считается австрийским профилем, КБИ и Саламандр немецкий. Они на сегодняшний день самые ходовые в Беларуси. Срок службы вообще ПВХ рассчитан на 40 лет. На 40 лет. Мы даем 5 лет гарантии на профиль, то, что с ним ничего не случится. Они пожелтеют. Вот, выдержат все сварные швы. 2 года на фурнитуру, на все регулировки, и 2 года на герметичность, то, что вам нигде сходить не будет. Мы стараемся вложиться в срок 3 дня. Вот. Откуда такие сроки? Мы являемся сами производителями стеклопакета. Это очень важно. Мы сами его режем, сами пьем. Вот. Все делаем сами. Откуда такой срок? Вот. Мы являемся, опять же, производителями арок, производителями ламинации. Все мы делаем в одном месте, и наше производство входит в тройку самых больших по Республике Беларусь. Очень большой фактор является при покупке окна монтаж. Вот это, как можно сказать, самое главное. Все зависит от людей, которые будут его устанавливать. Вот мы прошли сертифицированный монтаж. У нас мы прошли сертификат в этом году. Инструмент тоже. Вот это очень тоже зависит от инструмента, высококачественный инструмент, уровни и все остальное. Ну, опять же, чтобы это все увидеть и ощутить, нужно заказать окно. Чтобы воспользоваться нашими услугами, можете подойти на рынок Октябрьский, павильон 187. Вот, либо позвонить нам по телефону МТС 85 85 185, либо Волком 65 85 185.